И там мне одна комментарий написала насчет дома. Вот вы типа бываете все охрененно, а потом все ломаете, говорите, что плохо. Ну, конечно, я не говорю, что плохо. А мы, ребята, хочу объяснить вам еще раз понятным языком для вас, чтобы вы врубались. На самом деле это не оправдание сейчас, просто пояснение. Не оправдание, а пояснение. Что когда мы с Альфией дом построили, нам был так этот интересный процесс, мы сделали из каркаса. Забили его чурками, да, гнилыми, представляете? И пены закрепили, пены. Много, конечно, комментариев было, все херня, все т.д. Технологии мы, конечно, не соблюдали по строительству. И вот как бы вначале нравилось, а потом, проживая 2 года в этом помещении, я видела, что недоделана работа, недоделана. У меня было желание доделать ее. Штукатуркой. Я в уме своем соображаю, что штукатурка с одной стороны и штукатурка с другой стороны сотворяет опять новый каркас, и вся жирность, которая в этих бревнышках, она вся погибает, потому что там вакуум, там закрыто это все, да? И еще такой слой толстой штукатурной смеси, она держит вообще всю эту стену. Стена становится непробиваемой, стена становится крепкая. Вот. Ну, это как я. Мне же это интересно, как это получится. Не с позиции, что я должна этот дом построить, чтобы в дальнейшем будущем у меня было все прекрасно. Да не из-за этого. Мне просто как ребенку маленькому интересно этот дом строить. Интересно, как это получится. Даже если рухнет, даже если это какое-то что-то придет непорядок. Но я всегда могу это исправить. Для этого есть возможности. Вот. Не забываем, что он на Украине по технологии строил, все там, как говорится, в руинах. Не забываем это об этом, да? Так что вот этому комментатору я объясняю, что ничего страшного нету. Любой этап он совершенен. Даже если начало такое было, я говорила, это охрененно, а потом захотела переделать, значит, мое желание это не сидеть на одном месте, а что-то делать. Не скучно было жить, интересно было жить в процессе проживания, понимаешь? Проживание в процессе. Вот, сам процесс интересен, не конец интересен, а сам процесс. Поверь мне, вот это закончим, еще новое придумаем. Потому что на одном месте мы не привыкли с Софией жить. Нам всегда что-то интересно. Вот у меня дочка дом, квартиру сотворила, да, себе квартиру. Вот, все, как говорится, сотворила, да, вот у нее квартира, да. Она все, как говорится, поставила дорогое, но теперь она просто лежит, как говорится, валяется, дела свои делает. Уже ей скучно. Наверное, чтобы скучно не было. Потому что если процесс останавливается, уже неинтересно становится жить. Вот. Так что каждому по вере его, ребята, вы на нас внимания не обращайте. Займитесь своей жизнью, как говорится. Если я что-то переделала, это значит неплохо. Это значит, что-то опять новое открывается. Новая жизнь открывается. Вот. Хотела вам сказать. Очень вас люблю.